Всем привет! Вот прошло порядка 10 дней с момента запуска аквариума и там несколько дней с последнего видео. За это время кое-что изменилось, добавились растения новые. Вот. Из растений добавились криптокарины пандоевалисные. Это то, что я до этого говорил, что заберу у родителей. Вот тут вот два куста. Ну, большой и вот маленький. И с противоположной стороны тоже два куста. Где-то неделю назад я их засадил. Также посадил на вабикусу химиантус микрантенум. Вот он был полностью примотан таким ковром. Я его просто так сломал, короче, и примотал. И вот он уже за неделю, видите, дал вот кучу отростков. Надеюсь, что будет шапкой расти. Также был в Москве в командировке. Заезжал в Аквалога, давно там хотел побывать, и вот наконец-то заехал, в принципе, ну, прикольный магазин. Был, по-моему, на Тропарёва, станция метро, вот, там купил вот такие вот штучки, это меристемы в гидрогеле, Монте-Карло и Ставрогин репенс, ну, который ползучий, вот, высадил их, вот они уже сидят, наверное, сколько? Ну, дней 5, наверное. Вот. Не знаю, как они без СО2 адаптируются к водной форме, но надеюсь, что будет прикольно. Что адаптируется, и Монте-Карло, вот передний вот этот план, застелит ковром. Также сегодня еще купил кусок балбитиса, где я его воткнул. Гиграфилу лимонник купил и посадил в абикусу. Также мне подогнали бесплатно альтернатера Рейника мини. Вот она, правда, вся покрыта идогониумом, но надеюсь, что он подохнет. Очень надеюсь. Вот. И также купил криптокарину балансе. Один куст, посадил ее в абикусу. Абикус, правда, неудачно поставил, но это пока не страшно. Потом планирую его на дно поставить, чтобы она корнями прошла через абикусу и начала расти уже в грунте. Вот. Также, что еще появилось? Еще появились порядка, наверное, 50 штук вишен. Вот. Уже он есть некоторые с икрой. Колонии этих вишен уже, наверное, лет 10. Они друг друга их забрал. Это еще когда-то я давным-давно, когда в школе учился, давно, даже больше, чем 10 лет. Покупал их, и вот они до сих пор у него сохранились, эти вишни. В целом пока выглядит все вот так вот, не особо как-то там растет все. Очень планирую в ближайшее время купить баллонную CO2 систему. Вот. Также планирую заменить свет на диодный, но это после CO2. Вот, и рыб, наверное, не знаю, может быть, часть своих заберу. Именно я заберу лабио биколора, стурисому и 10-летнего анцеструса. Остальное, скорее всего, забирать не буду. То есть, из рыб, что я здесь планирую, это красные неоны, родостомусы. Очень хочу стеклянных индийских сомов, видел их в Аквалога, вообще прикольные. В нашем городе ни разу их не видел, раньше видел, там лет 5-7 назад, но в последнее время не видел, очень давно в продаже. Такие дорогие достаточно сомы, но интересные, такие стайные, прикольные. Вот, и что еще? Возможно, выпущу сюда, штук 20-30 элеотрисов ковровых. Собственно, в разведении, то, что я развожу там в другом аквариуме. Вот, потому что так я ни разу и себе их не выпускал. Все уходит на продажу. Хочется на них посмотреть в таком настоящем аквариуме, а не в стерильной банке, где они не листятся. Вот. Буду держать вас в курсе дела. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, критикуйте, подписывайтесь на канал. Пока-пока!